Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем садить наши проросшие дыньки. Вот видите, семена у нас проросли. Значит, это у нас проросшие дыни идут Блонди, Дина и грунтовая ранняя. Плюс я еще замачивала два сорта семян. Я заказывала из Китая дыни торпеды и сверхурожайный сорт один. Она такая темно-зеленого цвета. Массой до 15 килограмм вырастает. Значит, садить мы с вами будем их в кассеты. Кассеты я взяла в фикс-прайсе вот такие вот обычные стаканчики. Вот такими отверстиями, чтобы не стояла в них вода. Что для рассады это очень губительно. Значит, я уже подготовила, значит, такую вот формочку. Подписала дыни. И уже в стаканчики положила землю и немного ее увлажнила. Значит, вот мы с вами видим, у нас проросшие семена идут. Значит, мы с вами сегодня будем их как раз вот и садить. Вот видите, тоже семечко вот уже начинает прорастать. Вот, то есть оно уже раскрывается. Его можно тоже сразу посадить, а не ждать, не оставлять его на потом. Значит, вот это вот у нас мелкое семечко, скорее всего, это у нас будет дыня грунтовая ранняя, так как эти дыньки идут небольшие. Значит, берем это, делаем небольшие такие ямки, где-нибудь сантиметр вниз для корешка, чтобы положить туда корешок. Ну и последнее. Так, ну все. Сейчас мы будем брать семена и аккуратно их прикапывать. И на этом все. В следующий раз мы с вами будем подкармливать нашу рассаду. Так что подписывайтесь на мой канал, и мы будем с вами выращивать здоровую рассаду. Спасибо за внимание.